Всем здорово, ну что, открыли у нас наконец-таки английский сервер. Поехали, будем сейчас с вами трэшевать, будем пробовать сразу же выбить нового героя. Я не буду заморачиваться там, писать вам, рассказывать еще раз про обнову на английском сервере. Просто посмотрим, есть здесь плюхи, здесь обнова. 3,5 часа, но дольше всего, на других уже позапускали. Здесь еще, видите, не до конца доделали. Так, понятно, супер питомцы. 18 там 76 он. 78 силы. Так вот. Ну, это я вам все уже показывал. Вы ролите здесь себе статки, по сути, для вашего героя атрибуты. Так, роллинг по 1500 у нас есть, отлично. Смотрим. А вот добавили большой пак, и сюда уже добавили сразу же новую чарку. Так, еще должен быть пак за сотку. Набор, апдейт гифты, вот такие вот. На немке больше, по-моему, было плюх. Так, но я не вижу что-то пака за сотку. Вот он за сотку. Вот сюда добавили, видите, даже нового героя просто так его, походу, реально только собирать, что ли, я думал. Он будет в этих сумках, оказывается, нет. Хм, интересно, теперь получается его только там можно собрать? Странно, странно. Ну-ка, давайте посмотрим, раз внимательный. По поводу нового героя. Хотя официальный ходшот. 10 акций, все те же самые. Что не поменяли? Пока нигде нету, не вижу его реально. Значит, его надо будет собирать, надо будет фармить. Это такой вариант. Так, окей, забираем плюшечки. Ну что, поехали. Поехали, попробуем потрешивать, выбить эту имбушку. С первой тычки, ребят, просто имба падает. Жесть. Ну что я могу сказать, это просто жесть полная. Офигеть. Ну что, можете поздравить меня с космо. Не знаю, какое это космо у нас по счету уже. Ну окей, поехали дальше. Так, Дракос. Попробуем по 1500, посмотрим, какой здесь рандомчик у нас будет. Гаргул. Что-то такое, по 1500, я вам скажу, вроде леги падают, рогаточка, Рину. Просто капец, сколько всего падает. Нету новой имбы. Мега имбы. Так, суккуб. Второй космо, ребят. Второй космо падает. Я офигею. Лазуля. Офигеть. Фоба падает. Просто жесть. Полная жесть. Офигеть. Деднушка, Рино. тысяч самоцветов, ребят. 60к мы уже потратили на выбивание этого героя, который, по сути, нафиг не надо. Стрелок. Махатма, нифига себе. Просто, ребят, 90 где-то ка ушло. По 1500, Queen Wasp, мы вытащили ее. Оса у меня уже есть, можете меня поздравить, поставить лайк под видос. Все как обычно, просто изи. Вот я не знаю насчет нового героя, это очень интересно. Что же будет все-таки с новым героем, каким хером мы его будем собирать с новой локации, я не знаю, это реально будет
весело, надо искать тиму и оттуда его собирать. Других вариантов я пока не вижу, пока нигде его не продают. Возможно, скорее всего, он будет в новых донатных сумках. Вот это, скорее всего, что так и будет. Его добавят в новые донатные сумки. Не вот эти вот паки, а именно сумки. Вот такие вот. Прикольненько. Так. Что там, забираем плюшки, поехали, откроем. Нового героя, сразу же его прокачаем. До агментации я потестирую его на десяточке. Я уже показывал тест этого героя, что герой сам по себе, ну, такое, вообще никакое, скажем так. Так, отлично. Засекайте время, за сколько мы до второй эволюции. Сейчас его докачаем. Так, давайте только талант выберем сразу. О, будет с бегом. А, так, level up, level up, level up. 9-й бег на них будет мега имба унижать полностью всех бой. Так, надо тратить эти. Не могу открывать сундуки. Интересно, когда они повысят вместимость? Вот реально 50 тысяч это напряг. Надо уже хотя бы 100 делать, а то и, наверное, и больше. Эволюцию сразу же включаем. Дальше, ну, видите, здесь намного все проще, чем на русском сервере. А почему я не делаю сейчас агментацию? Агментацию я потом сделаю, прокачаю ее на 30-й прорыв, мы ее тоже потестим. Я хочу потестировать против обычный. Этот тест увидите намного раньше, наверное, чем этот роинг. Я загружу его уже попозже. Ну вот такие вот дела. Вот так вот батька выбивает имба героев. Мы вытащили по 1500. Новую имбушку и не только. Реально, роинг получился у нас очень обалденный. Как по мне. Такс. Делаем вторую Эва. И ждем, ребятушки, ждем мега-теста. Видите, вот все-таки тот герой будет более проблемно его достать. Но посмотрим, когда они ведут и куда. Может, завтра уже погодят эти сумки. Будем пробовать его собрать. Такс. Эволюцию вторую. Пишите потом, сколько у нас ушло времени на английском сервере на прокачку героя вторую эво. Не особо много. Так. Нам надо будет вернуться, наверное, разок. Дофармить манку. Ничего себе, у меня кристаллов не хватает, да ладно.
Кстати, надо будет красных кристаллов докупить для вот так вот соточка. Половый герой собран. Ставьте лайки, пишите комменты, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.